А что если я вам скажу, что вы можете напрямую на устройстве iOS, неважно, это iPhone, iPod Touch будет, вы сможете сменить вашу текущую геопозицию в реальном времени, вне зависимости, там вы находитесь или нет. И это без помощи ПК. Ну, совсем без помощи ПК. Вам нужно буквально будет активировать это все в ваших настройках на iPhone, и без ПК вы можете использовать данную функцию. Интересно? Да, смотрите видео до конца. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Итак, смотрите, друзья, iMyPhone, компания AnyTu. У нас есть две версии. Есть версия для Android и iOS, которая работает с помощью ПК. И есть версия, о которой я вам сейчас рассказываю. Это просто версия iOS. Вы делаете все на вашем смартфоне. iPhone, iPad или iPod Touch. Круто? Это просто вау-фишка. Давайте же посмотрим, что это такое, как это работает, как это активировать и как это все использовать. По ссылочке, которая будет в описании под видео, закрепленном комментарии, я вам предлагаю AnyTu Pro для версии iOS. Вы здесь можете ознакомиться с подробным описанием, выбрать для себя какую-то скидочку. И как бы давайте уже мы перейдем уже к самой программе, к установке, и посмотрим, как она выглядит и что нам нужно дальше сделать, чтобы активировать на iOS устройстве. С вами дожидаемся, как программка у нас установится. Как только она установилась, нажимаем Start Now. Все, здесь у нас обычный функционал, там язык, техподдержка и так далее, изменить тему данного приложения. Все, подключаем устройство. У нас два пути будет: по кабелю либо по Wi-Fi. Все, синхроним, отлично. Синхронизация прошла, нам нужно будет сделать профиль, если запросит программа, то есть подтвердить, установить, перезагрузить устройство и ввести код-пароль. Вот в данном случае выбираем нашу программку, именно та, что для iOS-устройства. Здесь инструкция, как правильно зайти, куда что нужно нажать, чтобы активировать это все на iOS-устройстве, что я вам сейчас наглядно покажу. Входим в настройки, основные, управление устройствами VPN, вот наша данная программулька, нажимаем сюда. Доверять. Данная программка. Нажимаем на нее. Доверяем. Agree. При использовании. Все. Вот она определяется там в текущей геопозиции. Но мы можем эту программку здесь все это дело менять. Опять же, задавать маршруты, как нам нравится. Все там так само залогиниться, если у вас есть логин и пароль. Вот у нас устройство здесь определяет какую-либо позицию. Мы можем быть где угодно. То есть это текущая геопозиция. Если нам нужно что-то поменять, обязательно мы можем вот здесь все ввести. Если это есть необходимость. Вот я, например, набрал Киев. Нам нужно добавить VPN. Мы его активировали. Теперь нам нужно загрузить профиль. Вот дать разрешение. Профиль загружен. То есть мы возвращаемся сюда. Смотрим, что есть еще один профиль. Нам нужно установить данный профиль. Вводим тот пароль, который у вас стоит. Все. Мы это все дело устанавливаем. Все. Открыть эту программу. Да-да-да, вы не ту. Все. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что прогружается все необходимые наши приложения. И вот мы направляемся там. Больше не спрашивать, импортировать. Так больше не спрашивать. Нажимаем ОК. И опять же, либо это пешком будет, либо же это будет у нас маршрут, то есть на автомобиле, и мы выбираем, continue как for two kilometers. Вот. Опять же, задаете маршрут, как вам нравится, то ли на велике, то ли на машине будет, это не важно. Как текущая геопозиция, это можно вот задать маршрут, тот, который у нас по геопозиции вот здесь находится. Данные именно в другой стране, любую, которую вы можете указать, либо же мы можем назначить, то есть, допустим, это будет Польша. Давайте мы с вами опустимся, вот, дадим какое-то направление, пускай это будет локация у нас, started point отсюда, и, допустим, конечная точка SU end point сюда. Все, у нас маршрут назначен, просто мы можем нажать старт. После того, как мы нажали старт, опять же, пешком, на велике это будет маршрут перестроиться, либо же это будет на машине, вот у нас есть такие маршруты. Как бы наш маршрут уже назначен. Как понимаете, есть два варианта, как это сделать. Но обращаю ваше внимание, что первый пункт у нас указывает ту геолокацию, где мы находимся, мы можем сами назначить. Вот, а именно по маршруту передвижения пешком, либо на велике, либо же это будет автомобиль. Точно так же выбираем какую-то страну, где нам это интересно. И мы можем назначать маршрут
И как бы мы будем по нему двигаться в реальном времени, установив всего два профиля. Вот и все, друзья, как сами видели, все действительно намного проще, чем могло бы казаться. Все тоже точно так же работает, если вы смотрели мою предыдущую кампанию, то, как я показывал, это делается для iOS и Android. Это отдельная фишка, которая действует для iOS устройств. Очень круто, прямо на смартфоне. Это действительно вау. Повторюсь еще раз, я уже дважды вау сказал. Она действительно мне очень понравилась, и я, пожалуй, буду очень хорошо ее юзать в данный момент. Напоминаю, что все ссылочки в описании под видео, в закрепленном комментарии. Делитесь этим видео, подпишитесь на канал, оставьте позитивный комментарий, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить новые видео. Дальше больше, скоро увидимся.